здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FunCam. На Toyota RAV4 в кузове XA30 установили главное устройство на базе Android от компании Canbox, систему кругового обзора 360, парктроники и видеорегистратор. Модель H-Line с диагональю экрана 9,5 дюймов и разрешением экрана 2К. Встает через переходную рамку в штатное место автомобиля. Все выглядит максимально аккуратно, без щелей, без зазоров, по проводке подключается разъем. Обзор на подобный автомобиль у нас уже есть на канале, но отличие этого автомобиля то, что здесь другая магнитола стоит, именно 2К, то есть здесь больше диагональ экрана, там 9 дюймов, а здесь 9,5. Отсутствуют кнопки управления, они перенеслись в сенсорный вариант, и гораздо больше разрешения. Картинка более четкая и насыщенная. Также еще дополнительно установили парктроники, которые отображаются на экране системы кругового обзора. Ну и, конечно же, издают звуковой сигнал. По системе кругового обзора здесь все стандартно. 4 камеры. Это передняя камера, задняя камера и боковые камеры. Можно переключаться между ними. Есть вот такой вот режим 3D. И также дополнительно еще установили видеорегистратор. Управление им идет через магнитолу. Здесь мы видим изображение с видеорегистратора и все настройки по нему. Здесь есть система ADAS. Можно воспроизводить записанные материалы и управление записью. Кнопки на руле работают, громкость, переключение треков и кнопка Mode переключает между всеми источниками. С габаритами также адаптировали, переключается дневной и ночной режим. Бардачок выводится, дополнительные USB порты и слот под сим-карту для подключения к интернету. И дополнительно устанавливается микрофон внешний для громкой связи. Звук достаточно качественный. По функционалу здесь доступны все современные мультимедийные возможности. Все максимально быстро, плавно. Стоит полноценная Android-система. Обращайтесь в нашу компанию. У нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих оснащений для вашего автомобиля. Наши менеджеры обо всем расскажут и подберут лучший вариант. Также есть установочные центры в Москве и Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. На данный автомобиль есть большой выбор различных мультимедийных систем. Всем удачи!